Меня постоянно с этим поздравляют, и каждый раз я испытываю грусть. Вы чувствовали в этом некоторую свою ответственность за происходящее? Конечно же, мы с Сашей обсуждали, что будет душ из говна, но мы не могли себе представить, что это будет настолько похоже на такую классическую коммунистическую травлю. Вы в прошлом году приняли решение о том, чтобы пойти в политику. В нашей мэрии большое количество чиновников привыкли принимать решения на основании интуиции. Нет ли у вас страха потерять доверие одесситов? Я ухожу из Одесского горсовета примерно раз в месяц. Если станет выбор, политика или музей? Я точно не готова всю свою жизнь инвестировать в музейную сферу.